Жительница Октябрьского района Юлия Романович шагает по жизни с девизом «Сделай мир вокруг прекраснее». Украшает цветами летний зал кафе, где по выходным отдыхает всей семьей. На очереди территория вокруг здания общепита. Нужно разбить клумбы и покрасить бордюры в сквере вдоль Московского шоссе. Делаем для того, чтобы было красиво, уютно, чтобы наша Самара была красивая, чтобы люди приходили в наш парк и радовались. Хотим быть примером нашему городу, чтобы люди также около своих, мест, где они живут, где они работают, где они отдыхают, тоже вот такую эстетическую вкладывали, такую, нотку. Анна Чернышова открыла кафе в Октябрьском районе еще в нулевые. С тех пор всегда облагораживает территорию вокруг. Посадила каштаны и разбила цветочные клумбы. Поставила беседку и детскую площадку. В прошлом году преобразился и сквер по соседству. Появился новый газон, фонари и скамейки. Теперь у хозяйки кафе еще больше стремления поддерживать чистоту на веренной ей территории. Я пришла, конечно, сюда 13 лет назад. Сквер был в запущенном состоянии, очень неухоженном. И как предприниматели, как жители города, меня просто очень сильно порадовало, что в нашем городе такие перемены, что такую красоту наводят. И так сквер преобразился, стал таким уютным и красивым. Поэтому хочется соответствовать этой красоте. Разбивать газонную гладь решили цветочным раем. К посадке готовы почти 400 корней рассады. Чтобы сквер засиял всеми цветами радуги, флористам требуется помощь от местных жителей и всех желающих. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События.